Здравия желаю. Итак, сегодня проводил испытание. Значит, мотор. Я показывал. Еще покажу. Так. Коротковато. Коротковато. Издалека покажу. Мотор. Вот они, два мотора, видите? Которые справа на картинке от вас. Это ведущий на 225. И второй, который слева, это как генератор. На 420. Подключено было. Так, поставим. Подключено было 5 лампочек на 500 ватт. Замеры производил, значит, при 230 вольтах, значит, эти 5 лампочек выдают 545 ватт. А у меня был выход 215. Значит, вот он. Смотрите. 230, но постоянный ток разделим на 215, получается 1, сейчас запишем, 1, так, 0, 6 и 9. Даже можем сотые записать, 1,0, так. А теперь 545, промеры были, 545 дает при 230. Так. Поделим на 1, так, стоп, 545 поделим на 1, 0,697 получится. 509 и 4. Ну, 4 не будем брать, 509 ватт. Так, общий выход со счетчика вот с этого сверял. Вот он. Счетчик точный, я его проверял не раз. Значит, показал мне 750 ватт общий выход. И теперь минусуем. Минус 509. 241. 241. Так, убираем это. Теперь 509. 509 разделим на 241. Получаем 2,11. Умножаем на 100. Как и положено. Получаем вот такой КПД. КПД 211. Не будем там сотые, 211%. Получаем КПД с этой установки. Но чтобы она правильно работала, надо добавить реле. Да, возможно, снизится еще потребление, то есть КПД может быть как выше, как, так и ниже. Посмотрим. Но я не думаю, не меньше, чем снизится там процентов 20 максимум. 170-180 будет. То есть вполне достаточно. Это на переменный ток. На постоянный ток запускал. Больше 100 не набирал, как я показывал. Применял реле, с реле там получалось максимально 20 ватт, то есть КПД максимально 106-107%, то есть это мало, то есть 20 ватт всего, то есть надо же 100% вернуть, чтобы система работала, и остается только 7% на расход, вот. То есть не очень выгодно,
Поэтому тут только, значит, на постоянный ток система не пойдет, как я изучал. Вернее, пойдет, но надо на постоянный ток тогда еще достать выпрямители, значит, чтобы соединить. Это 5 ампер на напряжение там хотя бы на 20, но до 24 будет как раз 230-240 вольт. Там можно применять. Опять-таки у меня на 220, то есть надо не больше 220 реле. То есть здесь два пути, либо реле, либо набрать их выпрямители. Вот, поеду на барахолку в среду, у нас барахолка тут. Если наберу, то можно будет с этим запускать, значит, на 200 поставить. Должно КПД нормальное быть. Процентов 150, я думаю, получится. Так. Либо заказать в Китае на переменный ток, они дешевые. Релюшки. Твердотело на переменный ток. Они там дешево стоят. Но это опять-таки, если заказать в Китае, это месяц-полтора опять, а то и два, пока придет. То есть до среды подождем. Если в среду найду, то будем запускать уже через реле. Посмотрим, как через реле.